вечер. Сегодня в студии «Послесловие» сразу 5 гостей. Такое, наверное, впервые за историю программы происходит. Все они участницы конкурса «Мисс Екатеринбург». Девушки, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, я так понимаю, что наша задача с вами сегодня немного поговорить о профессии телеведущей. Поэтому я буду рада ответить на ваши вопросы. Не знаю, может быть, кто-то из вас планирует карьеру на телевидении, в СМИ. Как сделать так, чтобы зритель не переключил канал? С места в карьер в рамках этого формата, действительно, сразу, а главное, не откладывая в долгий ящик. Ольга, а как за короткое время раскусить собеседника? Важно быть честной само собой. Здесь тоже зритель фальши, то всегда, всегда почувствует. Так что искренность, ну, уверенность в себе. Мы можем попробовать поменяться местами. Скажите, пожалуйста, как попасть вообще в телевизор? С чего начать? Мне кажется, на телеканалах, радиостанциях города есть вакансии, и, наверное, их немало, такие стартовые позиции. Ведь оказаться сразу в кресле там, генерального продюсера или тем человеком, который работает в кадре, невозможно. Оль, ну вот если... Вот у меня сейчас возникла как раз-таки эта неловкая ситуация, я вся покраснела, сижу, не знаю, как себя взять в руки. Это же очень хорошо. Так. Да, что мне сделать, как мне себя привести в порядок, как мне себя успокоить и продолжать интервьюировать? Я не знаю, дыхание, честное слово, волнение всегда, оно отражается на голосе, как говорят специалисты-речевики, в свободном теле свободный голос. Но есть такой маленький секрет, хотя на самом деле никем не скрываемым. Нужно дышать животом. А скажите еще, пожалуйста, вот работа телеведущей. Это предполагает всегда выглядеть красиво, всегда быть в лучшем своем виде, свете. Возникают ли какие-нибудь сложности? Чем серьезнее становится моя профессиональная деятельность, тем более тинейджерским становится мой стиль. Поэтому вы можете видеть, что вот я сижу в кроссовках, которые, может быть, не вяжутся с тем, что видно зрителю. В чем секрет успешной карьеры телеведущей? Вот это лучшая для меня работа, любимая работа. И я секрет, наверное, вижу именно в этом. Ну, я за это очень благодарна. Делом, это и есть абсолютно главный секрет. Наверное, как в любой другой профессии. Я с вами соглашусь, Ольга. Стать телеведущей была мечта с детства? Честно говоря, нет. Не мечтала об этом. Но вот как-то так сложилось. Я благодарю вас за интересные вопросы. Действительно, местами мне показалось, что вы последовали моим советам. Наиболее удачными были те, которые вот были связаны с вашим искренним интересом. Вы все красивые, уверенные в себе. Я желаю вам всем удачи. Обязательно буду болеть. По крайней мере, вот за эту пятерку точно. Спасибо большое. Генеральный спонсор конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2014» – лучший торговый центр в России «Радуга-парк».